И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Карлик в свитере. О, нет, 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 черт. Включили камеры безопасности. Так, сохранимся, она где-то близко. Ага. Так, отлично, эту камеру мы вывели из строя. Ага, лаборатория фауны Ксена. Ага, тут даже это... Тут даже ослевы хранятся. Ну что ж, лаборатория зеновской фауны — это всегда хорошо. Но нам она сейчас не на руку. Так, давай. О, все путем. О, ноутбук кто-то забыл. Так. Я назначь... Я всех созвал в астролаборатории. Но где ты? Ты должен был... Ты же несколько часов назад должен был телепортироваться с орбитальной лаборатории на Землю. Как бы там ни было, собрание начнется с минуты на минуту. Поэтому мы обсуждаем... Мы конфиденциально обсуждаем предложение о том, чтобы... Взорвать ядерной бомбой весь город? Да, у нас нет другого выхода, но этот кошмар должен остановиться. Это все из-за вас, доктор Себастьян. Твою мать, напыщенный ублюдок. О, что это такое? Молекулярный... нет, стоп. Ну, молекулы, я подумал, что это что-то молекулярное. Эйзенберг сегодня... В этом выпуске Тесла больше, чем рок-бенд 80-х. А чё, был такой рок-бенд? Прикольно. Так, а, ну здесь жратва какая-то тошнотворная. Херня какая-то. Микроволновка. Нет, она не взорвется. Ага. Так. Так, ну от этого у нас нету кода. Давайте сюда попробуем войти. Осторожно, магниты. Положите... Причем тут штопор-то? Не, ну ясно, монеты. Подкова я еще как-то могу понять, но штопор... Хотя, в принципе, оно и понятно. Какой же ученый ходит в кармане без штопора? Да это же... Это нехорошо. Хотя, наверное, тут просто русский какой-то был. Так. Отлично, выдвигаемся. Так, не сюда, вот сюда. О, какие тут хорошие коммуникационные туннели. Ну, тот плохой. Кому морду бить? О. Так, что у нас? Ранние порталы, и почему они были отложены на другой срок? О, да это ж портал! Прикольно. Так, порталы для дебилов. Get lost in a second. Я не знаю, что этот афоризм значит, так что... Да и вообще у меня нет на это времени. Ну уж извините. А нафига нам тут химия? Ну мало ли для чего. Так, если это портал, то я Эйнштейн. А хотя... Да я Эйнштейн, ё-моё. Чё такое? Access card. Ага, ясно. Так. Порталы. Но мне дадут портальную пушку или как? А, нет, видимо, придется включить вот эту большую, красивую, красную кнопку. Не понял, в чем прикол. Ух ты. Блин, прикольно. Круто. Воу. Оба. А, они меня увидели. Тихо, тихо, тихо. Тут где-то камера. Оф,
Fuck. Так, тихо, по миллиметру. Все, пойдем, братюня. Так. Ну давай уже грузись, ё-моё. Так, сохранился. Э, алё, ты откройся. Давайте-ка лучше я сохранюсь, чтобы меня не закрыло. Так. А, ну это фауна Ксена. К счастью, мы не знаем кода. О, охранная точка. О, да. Люблю подствольные гранаты. А тут что такое? Джен. Что тут? А, Джен, это, наверное, Гена. Так что... Гена, наши подозрения оказались правдой. Они в самом деле обсуждают план взорвать весь город с помощью ядерного взрыва. Я спрятал несколько... несколько ранцевых зарядов в зале конференции. И на складе расположил детонатор. Рядом с твоим офисом. Пожалуйста, взорви их нахрен. И мы это остановим. До свидания, Эрик. Ну что же, будем надеяться, что Гена успеет до нас. Ну ладно. Мы что, не видели, что ли? Видели один раз в Afraid of Monsters Director's Cut. А, вот это лазер Surveillance. А, все, пойдем. Ладно, бежим дальше. Ух ты, мерзавец, доктор Фуллер. Ты... Впустите меня, впустите. Нет, ни хрена не получается. Так. Ну а если труба не помогла, то пулемет точно не поможет. А ведь он так близко. Так хочется размазать его тепленькие мозги по полу. Ладно, на самом деле я миролюбив. Охранник? Да, это охранник. Охранник паук 646. Прикольно. Хва. Эй, братюни, прикурите. Да, я жесток. Так. А? Гена! Ну, Гена, ё-моё! Чёрт. Тихо. Главное не шуметь. А у него еще были... У него семья. И он фанат котенка Феликса. Но вы, суки, заплатите за это. Так. Кэрол, бери Сару и вали из города немедленно. Они хотят взорвать весь город без объявления эвакуации. Эрик и я планируем остановить их. Но... Чего тут написано дальше? Но если ничего не получится, у тебя только пара часов для того, чтобы уехать из города нации так далеко, как можешь. Запомни, дорогая, я люблю тебя. Передай нашей дочери поцелуй от меня. У него жена, ребенок. А кто есть у этих убийц? Никого, поэтому я должен их убить. Логично. Не, ну так-то вообще-то от ядерного взрыва там остается воронка в 30 километров в диаметре. Так что она должна уехать там где-то на 15 километров из города. Так, конференция в процессе. Не беспокоить. А мне насрать, доктор Фуллер. Вы, кажется, хотели меня сократить.
Так вот, уволенные ничего не прощают. Я снова оказался на высоте. Мне жаль тебе, Гена. Но поверь, эти ублюдки получат свое. Так, ну ладно, туда я пока идти не хочу. Давайте я тут сохранюсь. И постою пока рядом с трупом Гены. С вами был Карлик в свитере. И я скоро вернусь. Пока.